Вот и исполнилось моему каналу 10 лет. Как быстро летит время. Многие за это время уже добились успеха. Миллионы подписчиков, сотни видео и поклонников. Я за это время добилась только нервных срывов и проблем со здоровьем. Но, тем не менее, что-то показать я могу. Это все старые работы. Долгое время я болела, потом еще дольше я лечилась. Сейчас опять начались немножко проблемы со здоровьем, но я надеюсь, это быстро поправится. Мне еще пока сложно формулировать то, что у меня в голове. Я вообще планировала какое-нибудь эпичное видео с подведениями итогов, с планами, но все пошло как обычно. Скорее всего, это видео мало кто увидит, поэтому можно говорить всякую ерунду, и стыдно за это не будет. А даже если и будет, то и все равно. Художники, они такие выражают все, что у них в голове. Сегодня собираюсь отметить день рождения канала рисованием. В общем-то, да, у меня тут много всяких работ. Всякие немного страшные иллюстрации к Алисе, которые готовились на конкурс. Но так и почему-то не зарегистрировались. Рисовать я сегодня буду на непонятной бумаге. Это вот этот же конь, только я его буду акварелью делать. И, может быть, другой масти немного. Уточка. И еще один конь, который я акрилом рисовала. Бумага непонятная, потому что фирма есть. А какой у нее состав, непонятно. Ну и подгорание всех художников я буду рисовать вот этим. Плюс у меня еще есть маленькие холсты на картоне. Я собираюсь сделать один или два рисунка акрилом. Посмотрим, в общем, как пройдет мой день. Впереди 12 часов, так что хоть что-нибудь я да смогу. А пока что я заварю чаек и отмечу день рождения.